Депутатский митинг в Киеве. Парламентарии и члены фракции Всеукраинского объединения «Свобода» выразили протест в адрес действующего правительства. Они вместе со своими сторонниками, всего свыше 100 человек, собрались у здания Верховной Рады. Демонстранты выдвинули целый ряд требований к членам Кабмина. В первую очередь, освобождение из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко. Также депутаты призывают министров пересмотреть нормы закона о земле. По мнению лидеров движения, этот документ дает чиновникам право раздавать земельные участки богатым. Отмечу, что Всеукраинское объединение «Свобода» уже около 20 раз привлекали к ответственности за организацию несанкционированных митингов. Тут собрались все оппозиционные партии. Мы все собрались здесь, чтобы выразить свое недовольство. Наш парламент за какие-то 2 часа успевает рассмотреть больше 200 вопросов касательно земельных участков. Это неправильно. Мы против разбазаривания земель. Земля – это достояние народа, и власти должны помнить об этом.